Всем привет. Приехал вот голодный. Буду сегодня делать подливку. Мясо, лук, помидоры, морковка, болгарский перец и спагетти. Подливка будет. Ну все порезал, все там, короче, греется, парится. Вода стоит для спагетти. Кстати, хороший у меня кориандр есть. Я так на него подсел, ребят. Такая вкусная вещь. Три зернышка берешь в чашку и ложечкой. Раз-раз, попкой ложечки. Или можно какую-нибудь деревяшечку. Мельчу. Очень вкусно, кстати. Офигенная вещь. Там тоже есть. Как вкусно, ребята. Запах просто... Вы даже не представляете, когда еще человек голодный, это... Как будто я где-то в ресторане нахожусь. Пахнет очень вкусно. Посмотрите, какая красота. Все дымит. Вкусно. Ну все, приготовил подливку. Очень вкусно, кстати. Очень. Нормально прям. Получилось прям просто, как я хотел. Видео все полное у меня на канале. Всем пока.